Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня вашему вниманию хочу представить водонепроницаемый плеер для плавания Aquas, модель Elu. Поставляется в такой коробочке небольшой, здесь сразу мы видим плеер. Цвет черно-розовый. На коробочке ничего лишнего больше нет. Краткие технические характеристики. Значит, степень защиты IPX8, погружение до 3 метров. Плавающая модель, то бишь плеер не тонет. Литий-ионный встроенный аккумулятор. Зарядка от USB. Читает форматы MP3 и VMA. Объем памяти 4 гигабайта. Сам плеер, инструкция на русском языке, еще клеечка, USB-штор для подключения к компьютеру и зарядка, USB мини-джек. Это непроницаемые наушники. Запасные резиновые вставочки. Сам шнурок небольшой, с такой вот спиралькой, чтобы шнур при плавании не мешал. Значит, здесь регулируется по максимуму, как поворачиваете вверх-вниз. Резиновые вставочки в виде елочки. Душка резиновая, мягкая. На ухе практически не чувствуется. Ну и сам плеер. Сзади плеера находится прищепочка, благодаря которой он удобно крепится либо на резинку очков для плавания, либо на одежду, если это для серфинга или там, купальник для девушек. Имеет всего 3 клавиши. Клавиша Play, она же является включением, нужно нажать и подержать. Сразу видим, загорается красный индикатор. Когда индикатор начинает мигать, начинает проигрывать музыка. Значит, музыка проигрывается в той последовательности, в которой она была записана на плеер. Вы можете перематывать по одной песне, либо вперед, либо соответственно нажать. При нажатии и удерживании клавиши плюс вы можете сделать громче музыку. При удерживании клавиши минус, соответственно, громкость уменьшается. Для выключения нужно нажать и подержать кнопку Play. Вот такой симпатичный плеер для плавания. Я думаю, он будет интересным подарком девушкам на Новый год, на 8 марта, на 14 февраля. Либо же просто, кто любит заниматься плаванием и при этом не хочет скучать.